Привет всем еще раз. Сейчас мы видим меня, соответственно, в таком вот необычном виде. Звук записывается, соответственно, с микрофона шлема, поэтому не могу сказать ничего за его качество. Просто, как бы, мне кажется, он достаточно нормальный. Соответственно, мы с тобой что нажимаем? Тут есть Load Game, мы с тобой не будем нажимать на Load Game, мы с тобой нажмем нормальный, новую игру. Русификатора здесь нет, я не нашел, по крайней мере. Resident Evil 4 Provide Wide Variety Options The Tollow, что-то там, делает много чего для твоего VR experience, говорит нам игра. Playing Position, соответственно, сидеть, и 183 рожки. Какая рука твоя? Хваталка, правая рука, соответственно. Дальше. Так, Full Motion мы с тобой выставляем, потому что Full Motion здесь очень хорош. Я играл в нее, значит, какое-то определенное время, и мы с тобой будем сейчас пробовать играть в нее все-таки на запись. Отлично, все настроено, типа, запомни, ты можешь выбрать свои настройки в любой момент. Хорошо. Доминантная рука правая, сижу, смотреть back history, что такое. Back history enabled, disabled, pregame, cinematic. Да, хорошо, tutorial assist. Хорошо, стартуем. Не знаю, много ли проходили людей эту игру в VR или же нет, мы с тобой будем первыми, кто на этом канале приходит в эту игру. Я никогда не забуду это. Это что-то было когда-то, короче, несколько лет назад, сразу после новостей, которые мир перевернули, что-то с секретным экспериментом, что-то было, в общем, у этой Umbrella, вирус заблокировал. Что-то заблокировало город Раппин Сити, и мирный маленький городок что-то превратился, наверное, во что-то там страшное. Не взял никто, не оставил шансов президент США, что-то план стерилизовать бедного енота. The United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Картинки мы будем смотреть тупо для того, чтобы ты посмотрел заставочки. Я сейчас вот пытаюсь посмотреть на себя, что я нормально выгляжу. Так, Resident Evil 4. Отлично. Дерганий вроде не должно быть никаких. Я, по крайней мере, на это надеюсь. 6 лет спустя. Later. Ну да. Later — это спустя. Музычка веселая там. Ручки вот у меня показываются. Секретная организация работала под управлением кого-то там. Я что-то там защищал президента, то есть новый президент, новую семью, короче, силу нового президента. Почему я всегда что-то там? Ты действительно кто действительно? Кто ты действительно? Кому она это там положила? You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Ты мне нравишься очень сильно, да, локальные сломать. My assignment is to search for the president's missing daughter. Все, найти кого-то, что-то. Что это мое здоровье? Мое здоровье. Я уверен, ты, чувак, не просто лонг, что-то с ним буквально и мужик на поискал. Снова, может быть, сделать? Ты американец, бешеный вообще. Директ ордер... Я дал тебе... Я не Ковентинг, ты чувак. Чуваки. Хуйня какая-то получилась, по-моему, из перевода. Ну ладно. Едем мы на машине. Я сейчас попытаюсь определить рамки дозволенного, потому что у меня как бы настроен круг. Но круг тут явно больше, чем мне можно шевелиться. Потому что вправо у меня стена. Нормально. Я ни до куда не достану. Не, давай вот этот вот я микрофон сейчас подвину. Потому что, ну его в жопу, блядь, я сейчас что-нибудь сломаю. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Давай, мы не будем. Короче, у президента что-то случилось. Я точно знаю, что эту президентскую дочку мы ищем. Это факт, потому что я его искал. Привезли нас на машине в какую-то деревню, так понимаю. И мы сейчас будем что-то выглядеть, но не очень как по-праздничному, не очень официально. Просто что-то там подсказал. Я не должен посмотреть вокруг. Останавливаюсь, и машина, да. Не хочется здесь парковаться.
чего? Они типа меня высаживают и говорят, нельзя здесь парковаться, мы сейчас свалим. Who are these guys? Did you say something? Что ты сказал? Короче, чувачки-то вообще-то наглые немножко. Так, нажать. Леон, я надеюсь, ты меня слышишь. I'm Ingrid Hunnigan. Я что-то Ханниган, и на поддержку я буду поддержить тебя в миссии. So the subject's name's Ashley Graham, right? Отличный звук, говорит, That's right. Так, She's the daughter Ashley, of the president. Ashley, это so try to behave yourself, okay? Что-то там behave. Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Попробую найти информацию. Good. Talk to you later. Отлично, сообщи мне позже, и я проверю вокруг. Короче, мы с тобой не будем туториал, потому что я и так все знаю. Типа я умею здесь... Так, не разбить бы нихуя здесь. Блин, я вот патроны... Не очень место нужное для патронов. Потому что там стол. Вот, в следующий раз надо попробовать, надо будет записать в другом месте. Так, вот тут нож, вот тут ружье должно быть. Так, 5 секунд, давай настройки. Хотя, погоди, я же сижу, в принципе, нормально, наверное, будет, да? А, давай попробуем настройки поменять немножечко. А, комфорт, давай, movement. А, movement style, FPS, turn style. Повороты мне тоже нужны. Смузи, да. Смузи. Это action change и выйти нафиг отсюда. Чтобы поворачивать вот так вот. Не попал, не по... Фука, не попадай по воронам. Ладно, мне здесь нужно немножко менее быть смелым в движении, потому что все-таки я могу что-то сломать и что-то вокруг себя повредить. А, по крайней мере, себя точно. Так, здесь у нас с тобой дом. А, в доме нихуя. Мужик. Мужик, здравствуй. Excuse me. Прости меня, сэр. Явно болен. Не подходи к нему, он сейчас тебя укусит. Ты дурак, что ли, совсем? Ну. Он больной. Хотя... I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. Я что-то там ищу вот эту девочку, которая на фотографии. Лоргате, каброн! Sorry to have bothered. Прости меня, что-то там терпит. Ой, блядь. Ой. Какой ты нехороший человек. Freeze! Заморозься. I said freeze! Это волшебник, я, говорит, сказал заморозься. Да он, кстати, морозил, что ли? А, я же перезарядился. Экономим патроны, здесь их никогда не хватает. Не разбить бы джойстики об стол, блин. Вот это вот, блин, вообще прикольно. Хотя, патроны как бы не особо сильно не нужны, знаете. Тем более, что здесь такой стресс постоянно. Лучше их потратить. Shit. Хуйня. Да, я согласен. Так, ну, вот видишь. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Я посмотреть, как это время записываю. Мы минут 25 запишем с тобой, а потом закончим. Так, ну что здесь полезно? Нет? Давай, сейчас, блин, как неудобно сидеть играть. Тем более, когда спереди тебя стол. Так, точно здесь ничего нет? Важно это опа, чекнуть. Это что-то там, это старая книжка здесь. Хорошо, старая книжка здесь мне не нужна. Так, что здесь еще-то можно взять? Ох, мамочка, знаешь, что такое? Выглядит как убитые много человек. Я так и подумал. Почему-то сразу. Что это выглядит как много убитых человек. Так. Там чувачки вон стоят. Что не очень круто. Давай немножко отъеду. Вот так, назад. Потому что я могу себе позволить. Сейчас. Опа. Прыгаем. Пистолет, все есть. Ты что творишь? Ты что творишь-то? Ну, имей совесть. Так. Патрон. Да. Здесь самое главное, короче, не паниковать лишний раз. А я паникую. Денежка. Была 1000. Стал 1100.
Это я снова монетку подобрал или наоборот тысячу подобрал? Хрен его просыт. Так, бежим. Я знаю, что из Воронзе... Подожди, чего? Чего? Я знаю, что из ворон здесь много чего упадает. Я тогда выбивал из них монетки. Не, говорит, херня, не пройдем. Ну ладно. Я надеюсь, фризов здесь не будет. Не будет мыла сильного. Хотя бы сильного. Я, если будет мыло, то я не знаю, что буду делать. Частоту попробовал настроить на 60 Гц. Она вообще такая поганая, что трындец. Просто ужас вообще. Смотреть невозможно было. Смотреть было невозможно. Так, это 1000. 1300, что ли, дают? Подожди. Да, 1300 дают. Так, оп. И сохраняшка. Вот ты и не видел, что там происходило, поэтому да, тупе написано. Здесь очень удобная сохраняшка, типа ты можешь писать вот так вот. Так, Panda Play напишу, чтобы было понятно. Понятно. Трек. Все, отлично. Перезаписались. У нас 3000 монет. Ой, как сильно ударило мне. Почему не попал-то? Ну, собака такая. Я попал по вороне, а она, собака такая, улетела. Подожди, собачка. Привет. Привет, собачка. Тебя можно захреначить, наверное, да? А как я... Как я, по-твоему, туда должен... Собака такая, залезть? Подожди. Блять, надо поближе подходить. Ох, бля, как сложно, тем более учитывая, что это все под стулом было вообще, блядь. Так, мне показали, что здесь... Так, еще в записи, да, в записи. Что здесь есть капканы, и что в эти капканы лучше не попадать, потому что никто меня тут не достанет. Короче, в следующий раз я записываю стоя. Ну, или хотя бы не за столом. Вот это точно могу тебе сказать. Сколько времени мы с тобой записываем? 13 минут. Еще минуток 10. До следующего сохранения дойдем с тобой, и можно будет сказать пока. Да, так. Здесь у нас с тобой растяжки. Растяжки — это не круто. Учитывая, что... Что? Что вот здесь капкан... Все, поорался. Дебил, блядь. Ни ума, ни фантазии вообще. Чё орал? Можно было бы... Опа. Спокойно просто с тобой договориться. Так, здесь, короче, сейчас будет деревня. И деревня — это обосраться какое нехорошее место, потому что... Или не будет сейчас деревня. Подожди, когда деревня? Кто-то внутри есть? Блядь. Так, сзади вроде никого, поэтому пойдем с тобой... назад. Будем отстреливаться отсюда, потому что, ну, в жопу. Так, слышишь, персонаж? Да как я промазал? Убай метки. Перезаряжусь, пока он ко мне... Он ко мне не подойдет. Знаешь почему? Потому что ко мне подойдет. Вообще, я всех сейчас на расстоянии вытянутой ноги убью. Так, ну... Тихо ты. Я ж тебе не зла желал. Я хотел, чтобы ты мне не причинил зла. Ты же на меня орал, бежал. Дебил. Так, извините, бабушка. Я что-то там не один сохранился здесь. Понял. Кто здесь не выжил, я так понимаю, он хотел сказать. Да, правильно. Так, что здесь у нас? А ничего. Это, короче, лечилки, если что. Если ты не знаешь. Так. Ну, больше здесь ничего нет. Пошли отсюда. Эть. 34.
электрончика и 10 в обойме. Это значит, сколько? 44. Тихо-то, я говорю, у меня съехал шлем. А куда вы сейчас побежите? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот в какую вы сторону сейчас ломанетесь? А, понял. В какую вы сторону сейчас ломанетесь? Дебилы, блин. Они сейчас ко мне прибегут вон там. Угу. И сзади меня придут. Сто пудов тебе. Опа. Здрасте. А вы что здесь стоите? Отдыхаете? Так, мужик, не делай глупости. Все, доигрался. Так, так, так. 41 пулька. 41 пульки мне хватит, знаешь, на сколько? На мало. 51 пулька, хорошо. 51 пулька мне хватит, если этого я убил с трех. Значит, где-то на 17 человек. Где-то 17 человек. На самом деле их там гораздо будет больше, поэтому хрен мы с тобой сможем так быстро все это сделать. Это жопа. Сейчас нас здесь убьют. Это 100%. Так. Входящий звонок. Харриган. Леон, как ты holding up? Bad question, Харриган. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. Надеюсь, I'll take a look at it. Thanks. Она меня плохо слышит. Надеюсь, со мной все хорошо. Пауз меню. Так. Playing manual provides useful information on controls, game setting and options. Select категория to get started. Так у меня нет вопросов-то. Зачем мне? Я когда первый раз пытался играть, мне этой херни не показывали. Смотри, короче. Здесь самое грустное, то, что сесть нельзя. Это я тебе 100% говорю. Смотри, так, давай мы в инвентарь залезем. Нам нужен инвентарь. И положить в этот сраный инвентарь. Блин. У меня aid spray. First aid. Одна штука. А лечилки вот сюда положим. По идее, у меня должно быть полное здоровье. По-моему. Или нет. Да и хер на него. Так. Ой, я сижу тут уже, блядь. Где я центроваться надо? Так, видно меня? Видно. Отлично. Ой, блядь. Я, короче, вот до сюда доходил. А вон там появлялись чувачки. И знаешь, в какой момент они появляются? В какой не нужно? Когда я... Да, когда я на себя агрю уже людей остальных. А это не люди ни хрена, это звери. Их можно, наверное, не убивать, но они же ведь все равно когда-то меня убьют. Опа. Я же говорил, ни хрена не на 17 людей. Во-во-во, я тебе говорю, вон они. Затыльник тоже. Ты что творишь? Так, мы с тобой вообще надолго здесь не задержимся, походу. Опа. Опа. Бабуль. Не гниви, бога. Так. Все. Еще бы я косым бы не был, было вообще все круто. Вообще красава. Ну-ка. Так, кто из них очухает? Да все, походу, блядь, очухают. Какие новости? Блин, вот это я маневренный. Чицо живучий. Так, спокойно. Так, ты... Все? Все. Не, подожди. Ты смотри, он сколько идет. В спину ты пришли. Вот это было не круто вообще. Так. Спокойно. Как-то их надо. Ручкой бы был. Блин. Была граната. Да блять, подпади ты, пожалуйста. Так. Так, не бежит никто за мной.
Ты чего творишь-то? Как в тире. Блять, в кривом тире. Да ударь ты как... Не бьет, ты прикинь. Блять, прям в меня кинул, прям в меня, ну. Ну, человек. Так, ну, у меня есть здоровье, еще нормально, все хорошо. Без паники, самое главное. И без вот этих вот кривых выстрелов, вот это будет самое главное. Так, что у тебя здесь коробка есть? А у меня патронов больше нет, слышишь? Вот ты, блядь. Где вот они? Патроны-то где все? А нет патронов больше, ты представляешь? Вот тебе и все. Эти... Не бегут за мной, не бегут. Яичко. Ты что, пьяный, что ли, дядь? Ну-ка, слезай. На, 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 на. Ты упади, ты, ну. Патроны, вот они. Тихо. Все, 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 спокойно. Спокойно. У меня есть патроны. И все еще 0 мертвости. Все? Деревня пустая почти, да? Сломай, сломай. Так, хорошо. Блин, да откуда же вы там идете-то? Вот сколько здесь людей? Я уже человек 15, наверное, завалил. Так, все, бабулька ушла. Заканчивай. Всех развалил. Согласен, так. Вот это вообще ситуация предсказуемая. Тихо, че, кто? Где он есть? Мать моя женщина, здорово, не открывают. Все, добил. Самое главное здесь. Опять же, не торопиться. Да согласен, вообще. Так, курочка, ну не трогай. Опачки. Вот это я не ожидал. Что мы сейчас второй человек. Совсем здоровье было, да? Отлично. Так а что, раньше нельзя было позвонить по скулку? Короче, все, они ушли. Ханиган опять звонит мне. Ханиган, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Так, это что? Мапа. Вот я знаю, как мапой пользоваться, я смотрел уже. Мне вот сюда вот нужно, получается, потому что здесь написано Destination. А можно пойти... Да никуда. Все. Так, денежка. Денежка. Блин, патрончики. Я когда-нибудь его разобью, наверное, этот джойстик. Так, опа. Яйцо. Да что такое-то? А, у меня сзади стул уже. Опупеть. Нет, тут еще просто один стульчик стоит. Так, спрыгнул. Угу. Перезарядиться нужно. Угу. Так, что-то здесь наверняка интересное и нужное есть. Не может быть такого, что... Сломать. Блять, нет, реально, ничего здесь нет. Так, это что значит? Грустно, там патрон видел. Так. Так. Хорошо. Ага. Горит, полыхает. Так, здесь есть. Что-то тоже очень нужно. Ну, блин, я сейчас все поломаю здесь, по-моему. Так. Ни разу не смог ее взять нормально. Сколько раз я находил эту красную гранату, она всегда у меня в руках взрывалась.
Хрен ее знает, с чем это связано. Возможно, с тем, что держать ее долго в руках нельзя. Она взрывается. Так, в этом доме что? Судя по всему, ничего. Даже дверей нет. Так, здесь что? Чё? Не-не-не, мы не будем брать. Мы это не трогаем. Здесь тоже ничего. Нужно идти в коровник. Точнее, не в коровник, а вот в это вот. Вот в это здание. Тихо, тихо. Дурочка, что кричишь? Я просто не могу махать руками смело. Так, это маленькие вещи, короче. Чего? Ничего полезного здесь нет. Хорошо, ничего полезного нет, значит мы здесь ничего и брать не будем. В смысле пуш. А, это можно было бы здесь закрыться от этих чуваков, которые за мной бежали. Хорошо, опять для ружья нашел. Патрончики. Патрончики для ружья, это хорошо, денежки тоже беру. Так. Патрончики для пистолета гораздо более полезны. У меня 49 штук. Хватит, как мы поняли, гораздо меньше, чем 17 человек. С учетом того, что еще и косорылый кто-то. Все-таки, да, я сейчас что-нибудь сломаю. Так. Здесь что? Здесь ничего тоже. О, яичко нашел. Ими, короче, лечиться можно. Их можно есть, но сейчас мы это делать не будем, потому что здоровье полное. Так, палец отбил себе. Так, и бежим, значит, куда нам нужно. Ай, блядь. Как неприятно получилось-то. Так, вон там не был еще, да? Да, вот тут еще я совсем не был. Пожалуйста. Блин, сколько времени-то? Тихо, подожди. Подожди. Это несерьезно, блин. Так, Хорошо. Мы сейчас добежим до следующей сохраняшки. Сохранимся. И все, собственно. Волки опять воют. Опа, здрасте. Что тут написано-то? Это файлы, площади, собираются записки, информация, что-то собирается тоже об игре. Recently что-то там информация, United States. Короче, если интересно, возьми, переведи. Мне не то, чтобы не интересно, я просто не переведу. Вот. А где сохраняшка-то? Я вышел даже вот, видишь, на ферму. А. Чё это? Вон ходят какие-то чувачки. А вот сохраняшка, собственно. И мы с тобой перезаписываем. Перезаписываем. Полчаса наиграли. Собственно, на этом можно смело заканчивать. Спасибо большое за просмотр. Ставь комментарий, пиши лайки. Увидимся. Возможно, в следующей серии. Возможно, в других видео. И всем пока.